Малого и среднего бизнеса – основа экономики любой страны. В этом направлении одной из главных задач является защита предпринимателей со стороны государства. По этому поводу в Сарысуском районе прошло семинар-совещание на тему «Мобильные услуги в сфере защиты предпринимательства». Форум собрал ведущих бизнесменов малого и среднего бизнеса города Жанатаса. На сегодняшний день в районе насчитывается 6 сельскохозяйственных кооперативов, одно акционерное общество, 4 товарищества с ограниченной ответственностью и 714 крестьянских хозяйств. Все эти субъекты бизнеса занимаются производством сельскохозяйственной продукции. Стоит отметить, что благодаря развитию в районе предпринимательства сегодня работой обеспечены 5121 человек.